Председатель Конституционного совета Кайрат Мами сегодня огласил в парламенте ежегодное послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан. В документе отмечена необходимость усиления защиты законных интересов женщин и детей, расширения прав потерпевших в уголовном процессе, укрепления гарантий неприкосновенности достоинства человека и права собственности. Необходимо усилить защиту законных интересов женщин и детей, укрепить гарантии неприкосновенности достоинства человека и права собственности, расширять права потерпевших в уголовном процессе по делам частного обвинения.